Здравствуйте, уважаемые футболисты и всем, кому не безразлична 4-я лига ХФЛ. Это обзор 19-го тура. И сейчас мы проанализируем с вами все 7 матчей, а точнее 5, которые состоялись. Два матча, сразу скажу, это матчи United и Inside Добро, Интер Киев. Они закончились техническими победами Добра и Юнайтеда. И это небольшую такую интригу сняло в матчах лидеров. Ну а дальше перейдем к играм остальных лидеров, той пятерки лидирующей, которая сейчас у нас борется за медали и, собственно, кубок трофея 4-й лиги. Гладиатор играл с Йети. Если характеризовать эту игру с точки зрения человека, который принимал в ней непосредственное участие, то стоит отметить, что, забив первый гол, так сказать, вскрыв оборону Йети, мы пропустили дурную контратаку и где-то через 2 минуты, как и здесь написано, Давыденко удалось забить мяч. И после этого игра практически не выходила из штрафной площадки Йети. Было у них 2 момента, в которых они могли на контратаках нас поймать, но, к счастью и к сожалению наших конкурентов, на 50-й минуте мы смогли таки забить. Были там разговоры по поводу того, что там время вышло и так далее, но судья решил добавить 1 минуту к времени, потому что были задержки, мяч там выбивался из-за школы, из-за дома, и куда он там не выбивался. Но мы доказали, что хотим бороться за лидерство, и забили решающий гол, как ни прискорбно, конечно, и эти. Но у ребят впереди еще матчи с основными их конкурентами, как, к примеру, Восход в следующем туре. И думаю, они смогут взять очки с такой игрой, которую показали против нас. Далее матч Свобода Black Wolves. Ну и матч был напряженный в первом тайме, а во втором тайме Свобода доказала свой класс и с преимуществом 3 мяча, а именно 3-0, вырвала победу Black Wolves. Причем, можно сказать, взяла реванш за прошлый тур, где они проиграли этим же Black Wolves со счетом 2-3. Еще один интереснейший матч, возможно, матч тура Олимпик Атлетика. И Атлетика показала, что они действительно находятся в глубоком кризисе сейчас. Олимпик забил 3 мяча, причем безответных. Первый тайм закончился 0-0, а во втором, после голобравка со штрафного, Атлетика немного посыпалась, что ли. Но после результата 2-0, когда забили второй мяч, то есть организатор уже говорил, что игра слита и так далее, то есть не боролась Атлетика за победу в этом матче. Не было характера, непонятно почему. Битва аутсайдеров, Остролучья, Восход. Организатор Восхода не присутствовал на этой игре. Может, и к счастью, потому что его команда выигрывает, не пропуская при этом ни единого мяча. Ну, это, конечно, шутка, что к счастью. В любом случае, Восход обгоняет Остролучья и обгоняет Йети в турнирной таблице, выходит сейчас на чистое 10-е место и отдаляется немного от зоны вылета. Еще матч Форца Юпитер, который закончился со счетом 3-1, и это первое поражение Юпитера после того, как команда зашла в чемпионат. Глядя на турнирную таблицу, стоит отметить, что немного выпал из лидирующей пятерки Атлетика 2. Она отстает сейчас от ближайшего команды, которая идет на 4-м месте, от Свободы на 3 очка, от лидера отстает уже на 6. В принципе, если перевести это все на игры, то как может сложиться судьба при том или ином исходе, стоит отметить, что это незначительный еще отрыв лидера, и все может измениться, особенно учитывая, что у Атлетика еще предстоит и матч с Добром, и у Добра также сложная концовка, как стоит отметить, также и у Гладиатора. Ну а теперь анонс